Если человек тяжело болен и сильно страдает, и по этой причине хочет закончить свой земной путь, почему еврейский закон это не разрешает? Если мы потомки той покалеченной обезьяны, у которой сорвалась с ветки, оборвался у нее хвост, и мы все эти, значит, по теории Дарвина, потомки обезьяны, тогда, конечно, мы можем решать и про свою жизнь, и про отношения между другими обезьянами. Но если мы потомки первого человека, которого сотворил Творец, мы потомки тех, кто стояли у горы Синай и получили его божественную Тору. Сказано так, первая заповедь, которая на правой скрижали, на которой отношение между человеком и Творцом. «Я, Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Открытие Творца тому, который знает, что он его вывел из Египта. То есть Творец мира открывается миру. На противоположной, на второй скрижали написано «Альтерцах, не убивай». Как же они связаны, эти две заповеди? Тот, кто дал тебе жизнь, только он имеет право забрать ее. Если человек просто кончает свою жизнь самоубийством, он несет за это очень серьезную ответственность в духовном мире. Теперь страдание, которое опускает человек на человека Творец. Известная история, когда один хасид хотел спросить у Рэбе, что делать, непрерывные страдания, дети болеют, там имущество гибнет, все, страшные вещи. И он сидел и ждал, ждал, а Рэбе все не принимал. И вдруг он увидел небесный суд, судят его. И вот везут телеги, нагруженные какими-то белыми шарами. Что это такое? Это его заповеди. Одна телега, другая, третья, десятая. И вдруг они прекратились. А с другой стороны везут телеги, наполненные черными страшными шарами. Одна, другая, десятая, двадцатая, тридцатая, сороковая, пятидесятая. И он видит, как весы небесные перевешиваются на обвинение. Но подождите, подождите, ведь есть страдания. О! И начинает одну телегу с черными шарами снимать, другую, десятую, двадцатую. И вот уже весы начали немножко перевешиваться в другую сторону. И тут он кричит: «Еще, еще страдания!» Чтобы они уравновешивались. Это то, что мы должны знать. Творец мира дал нам заповеди. Мы не знаем, какие заповеди, за которые больше получает, за которые меньше. Но то, что мы пришли в этот мир, чтобы исполнять его волю, чтобы служить ему и чтобы выдерживать испытания. А испытания он посылает. И время нашей жизни определяет только он. Тот, кто дал жизнь, он ее забирает. Но тот, кто выиграл жизнь, это в этом мире связался с источником жизни.